Все, ребят, стоп-старт запилил, скоро стрим у вас поднимется. Помните, что на Кибете есть ставочки. Блай против Мината бьется. Началось уже все. А что все закрыли-то, я чуть не понимаю. Так, короче, остальные, наверное, позже откроются. Кому интересно, делайте ставку через ссылочку мою. Вот она так выглядит. Я уже вам ее кидал не раз. Увидите изображение чуть позже. 12 секунд, скоро стрим вернется. Пошел инвайт. Все, все здесь, всем начнем. Так, ребят, что там упало-то? Все, стрим должен подняться уже был. Все должно работать. Блай против Мината бьется. Сейчас задержка необходима, 1,5 минуты, она по правилам прописана, у всех есть. Все нормально, ребят, будет, не волнуйтесь. Поехали, все готовы. Magic стартует. Отлично, первая игра Мината против Блая. Бобролига, начинаем свой турнир наконец-таки. Позже будет Nation War, и после него 16:00, 19:00 Nation Wars сегодня начинается. Ну, Корея там играет, так что сегодня на Nation Wars, возможно, будет достаточно быстрый день, хотя хрен знает, как там другие будут отыгрывать, тоже там Германия, Финляндия, разговоров миллиард, корейцы, кстати, по-английски так себе, хотя Партинг по-английски умеет, так что он, наверное, будет на связи. Так что вот так вот. Ну что, волнующая музыка, и все начинается. 0-0 счет. Блай, синий, карта, сумеречные башни. Мината, желтый. Это прям громкая музыка.
Ну, я думаю, нормально. Минато с второй хаты начинает ублая. Пул-газ хата. Будет мув, будет, наверное, Беллинг Нест. Но это не самый агрессивный билд, который может быть. Но экономика, в принципе, если Минато все выдержит, будет у него получше. Так, последний штрих, отвлекся. Все. Теперь уже точно в игре. 31-28 в пользу Минато по лимиту. Ну, что я могу сказать? Оба игроки украинские. Очень неплохие зерги. Блай вообще, наверное, сейчас лучше всех в СНГ тащит, пока по результатам, ну и по заметности, да. Но Минато очень круто играет ЗВЗ. Мы не раз это видели. У него интересный стиль. И я думаю, что Бла не так просто будет обыграть Минато. Ну, сейчас мы все увидим своими глазами, что и как будет. Следующая пара у нас, я как понимаю, Элейзер будет против Армани. Должна быть. К 17.00 Элейзер обещал подойти. Вот, привет, лол. Всем привет. Я думаю, что он и подойдет к 17.00. Ну и побежали линги вперед. У Минато, правда, тоже мув есть, но у него-то Роуч Уоррен Беллинг Неста нету. И всего лишь один Роуч пока в продакшене, то есть был. Попозже еще 4 было заказано, но они не успеют выйти, скорее всего, к готовности. Что-то боится Минато тут хату отбивать свою. Вынужден отменять в итоге хату. Ну, королева с лингами с Роучем все отобьют. Соло Руш отдал Снута, но это нормально, абсолютно. Снут отдал эту серию, это абсолютно очевидный момент. Но уже у нас другой турнир. Реведжер один есть у Минато. Ну что тут, 4 роуча Реведжер. Минато отгоняет Блая. У Блая Спайр, и Минато до конца пойдет, кстати, сейчас 4 роуча еще заказано. Пытается Блай, я не знаю, что Минато тут роучами взад-вперед бегает. Ему нужно идти вперед, абсолютно очевидный момент. Еще 5 роучей заказано. Вот единственное, что в дотекании к таким юнитам нужно обязательно линги, чтобы вот эту хрень гонять. Блай приходит, сделать здесь абсолютно ничего не может. И нужно выдвигаться, Минато вперед, 10 лингов еще заказано. Конечно, 10 лингов должны справляться вот с этими всеми делами. Тут Роучи выходит, лингами Блая пытается контратаку пойти. Не так-то просто это сделать. Тут Роучи, линги выходят, Роучи, линги. Кстати, не втянул сейчас Блаевских сейчас линга Роучи и Минато. Но, посмотрите, он пришел, и лимита больше, чем у Блая. Здесь на муве, кстати, прирост Блай очень хорошо ловит, это для него очень хороший факт. И здесь поджимает Роучи, кстати говоря, Минато Блаевских. Каст хороший от Реведжера попадает по Роучи сейчас. С муталисков у Блая нет возможности заказать. Зашел в дронов, далековато Минато, но Роучи, Реведжеры дронов-то хорошо разбирают. Тут касты идут от Реведжера фаерболов. Приходит еще 5 Роучи Минато в дотекании линги. У Блая вышел прирост, но прирост этот попадает сразу же, получается, в засаду. Хотя Минато не лучшим образом дерется, но Блая недостаточно всего юнитов. Часть лингов на вторую базу уходит.
Здесь Минат сминает еще дворы, вот Джераморф. Это 1-0 абсолютно точно. Кстати, каким-то дальним пушем Мината просто взял и убил Влая. 1-0. Так, вторую. Вторая карта Ульрена сейчас, насколько я видел. Ульрена, да. Знаю, надо ли смайла сделать, в игру звать. Ждем Мэджика, сейчас он зайдет, прыгнет в игру, естественно. Но, ну пока вот он здесь. Так, поехали, все готовы. Начинаю вторую игру, и Блай Мината готов. Блай хотел выйти в Муталисков, ну не вкатило, бывает такое. Ничего не поделаешь. Следующая игра, по идее, у нас и Лейзер должна быть против Армани. Вот, ну пока непонятно нифига. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что и на кибеты ставочки есть, кстати, и на кэтсовский турнир там должны быть пул против МС, да, и на данный наш турнир также ставки есть. Мината 1-0 повел, и Блай начинает агрессивно здесь с мейна. Короче говоря, смотрим Бобролигу. Ну что, Минат через хату играет. Но вы сами знаете, сколько раз видели, что через хату опасно сейчас играть. Линги побежали вперед. Бейлинг Нест у Блайчика запилен сейчас. Собирается Бейлинг бастить. Забыл я сейчас на Team Liquid стрим добавлю на самом деле. Посмотрим, что у Мината в обороне получится сейчас. Вот, только вчера мы решили, какой порядок пар будет. Ну, кореец что-то подставил, должен был первым играть.
Блаю об этом было сказано, и Блаю уже на какой-то другой турнир там зарегился, собирался играть, но пришлось вот сейчас наш сыграть, не знаю, успеет ли он тот другой сыграть. Минато тоже, кстати, Беллингнесс запилил, и Беллингнесс не намного позже Блаевского, то есть сейчас для Минато ситуация вообще очень хорошая получается, обратите внимание, но Беллингнесс без мува был. Взрывает Минато Беллингов Блая, Блай пытается лингов Минато поймать, но не так-то просто это сделать. Королева одного Бэйна минуснула, и пуш Блая здесь уже провалился. Хотя сейчас будет готов мув, а с мувом вот уже можно попытаться что-то предпринять. Так, здесь Беллинг отгоняет Беллинга от оппонента, плюс лингов. Блай пытается прорваться на мейн, вот плюс в муве то, что можно вот так вот жестко очень разводить. Забегает несколько лингов, дронов начинает Блай грызть и грызет очень жестко. Два дрона минус, три дрона минус. Но у Минато тоже линги выходят, между прочим, и тоже начинают драться, поэтому непросто становится. Здесь плеточка одного минуснула, из этих можно дэмэдженных бейлингов слить. Блаю отступать некуда. Вот напомню, что Бу 5 у нас до трех побед идет игра. Так вот, по поводу Блая, ну вот кореец там и лейзер подставили немножечко, что-то не смогли, и в итоге пришлось эту игру начать. Ну а что поделаешь, ничего не поделаешь, здесь забегание от Минато идет. Блай встречает, раз Беллинг, два, ой-ой-ой, как Минато сейчас подставился, охренеть можно. Смотрите, а Блай в это время прессует его с Беллингами. Какой провал от Минато, игра в кармане была, как уснуто-то практически. 8 дронов минус, 8 на 19 по рабочим. На ровном месте просто берет Бла и выигрывает игру. Куда эти линги без мува бежали? Я просто не понимаю, но Минато взрывает 9 рабочих Блаю. Ну ГГВП все равно Минато приходит. Кстати, у него 6 лимита осталось. Вот это игра. Блин, ошибки взаимные, конечно. Казалось, что Блай уже все провалил, но Блай ничего не провалил. Блай смог затащить, и в этом весь StarCraft, собственно говоря, и старание Блая, он очень сильно старался. Прион, терраса Приона, следующая карта, я вижу четвертую. Лери Лак, а потом Орбиталка. Все, карты запомнил. Создаю следующую игру, зову Блая, зову Минато, зову Мэджика, зову Пашу. Сам делаю судьей, ставлю анонимно, все нафиг. Чтобы было. И будем продолжать. Так, спрашиваю, готов ли Блай? Блая, сейчас ждем мы. Поехали. Так, Baby Magic переводит 555 рублей. Еще призовой увеличивает. Красавчик. Красавчик Серега. Ну, призовые нужно увеличивать, безусловно. И вы это тоже можете сделать, естественно. Каждый может поддержать наш турнир. Ну и можете поддерживать меня, естественно, различными способами. Все знаете вы, какими. Уже не буду повторяться много раз. 1-1 счет. Ну вот, я считаю, в предыдущей игре, если бы не вот этот врыв лингами без мува на двух беллингов Блай от Минато, он мог бы выиграть. На двух беллингов взорвалось там, если не 20, но штук 16 лингов взорвалось, и это было очень жестко. Очень-очень жестко. Блай опять с пула начинает, Минато тоже самое делает, оба решили агрессивно сыграть. Ну, посмотрим, к чему это приведет.
4 линга Мината, 6 лингов Мината Королева. Газ собирает. По газу, кстати, почему-то меньше у Мината, чем у Блая. Я вот не понимаю, почему, правда. У Блая уже больше сотки газа, но он не делает почему-то мув. Я вот не понимаю, почему. Вот только-только заказал сейчас. У Мината на мув еще и газа нет. Сейчас будет. Да, мув пошел чуточку позже. У Мината, у него лингов зато больше. Но мув позже на 6 секунд. Ну, это, кстати, 6 секунд все... На 6 секунд, это фигня. Что я выберу? Терминатор, сок или чай? Я выбираю тебя. Псковский терминатор. Потому что, ну, его задача бухать водку и бить. Ну ладно, не будем об этом в подробностях рассказывать. Уже рассказывал, какая у него задача. Беллинг Нест у Блая, Беллинг Нест у Мината. Беллинг Войны сейчас будет, наверное, с плавным переходом в хату. И Мината решил, что надо обмануть немножечко Блая, запилить сейчас рабочих некоторое количество. Но Блай морфит Беллингов прямо около Мината, их 4 штуки сейчас будут. И они все пойдут вперед, причем до готовности Беллингов Блая, Мината точнее, сплетанул Блая, немножечко нужно заходить на хайграунд. Линги подбегают, сзади Беллинги, Минат подходит, но Беллинга в Блая нечем тормознуть, Минат, они в рабочих взрываются, бах, бах, бах. 3 Беллинга, 5 рабочих все убили, не очень хороший взрыв, но все, что заказал, все, что нажито непосильным трудом, вот Минат сейчас 5 заказал и 5 и потерял. Но Блай взорвал 3 Беллингами, 5 рабочих, мало взорвал, 2 можно в прошлой игре Минат 10, по-моему, была, или 8 взорвал, а тут 3 5 всего. Конечно, нужно было больше взрывать, тогда бы было бы все великолепно. Но Блай продолжает, самое интересное, что Блай продолжает агрессивничать при этом всем. Причем агрессивничает как-то кривовато, сливает просто Беллингов на ровном месте. Нужно заказывать рабочих, что Блай делает. Эминатор Роуч Уоррен с мейна заказывает. Это Роуч с одной базы, что ли, будет? Но это как-то выглядит... Очень, конечно, экзотично, но если бы хотел Минат поставить пораньше хату вторую, наверное, он бы ее бы поставил. Ой, здесь овер заблудился. Блай зашел под него, начал атаковать, чтобы он полетел в эту сторону, как я вам не раз говорил, нужно делать, чтобы грамотно было. Вот, чтобы больше возможности было сбить овера, и сбивает. Кстати, вот это и подрешало, что он полетел в противоположную сторону своему спасению сначала. Так, у Мината есть пару бейлингов. Линги заказывает он одного дрона, ставит хату. Одного роуча, простите, второго роуча заказывает. Ну, кстати, реводжеры плюс линги можно сейчас попытаться пропушить. Пробивают линги камни. Роуч тоже помогают им. У Блая тоже Роуч Ворон. Но у Блая 24 рабочих на 18 Мината. На 6 больше. Это серьезное преимущество. Когда такие экономики слабейшие, конечно же, это серьезное преимущество. Блай делает дроп. Оверу сейчас обратите внимание. А почему не показывается, что он грейдится? Я что-то не понимаю. Почему вот странно. А почему в продакшене этот процесс не отображается? Очень интересно. Не знал этого момента. Но, наверное, нужно исправлять такую тему. И 4 Беллинга сейчас. Ой, сколько проблем Мината наделают. Это просто же. Это может ГГ быть, если Блай грамотно взорвется сейчас. Но взорвется ли Блай грамотно? Это уже другой вопрос. Опять. Ну, 13 дронов минус. На мейне все рабочие у Мината минус. ГГ он пишет, кэша. 9.25. Вот один грамотный мув. Ну, видно, что Блай, конечно, на кураже играет, он уверен в своей игре абсолютно. И, несмотря на то, что Мината первую взял, и он очень неплохой зерк, все-таки Блай выглядит пока более сильно и более достоин он прохода дальше. Террасы Приона, следующая карта. А, нет, погодите. Прионы только что были. Лерилак, следующая карта, а потом орбитальная верфь.
Кстати, ребят, я только что недавно выставил 60 FPS. Заметна ли разница, хочу я вам спросить. Должно быть, по идее, что-то заметно, хотя я в этом не уверен. Ну, на премиум, может, видно, у меня просто премиума нет у нас свой канал, как бы. Вот, обратите внимание. Так, все готовы, начинается игра, поехали. Четвертая игра у нас уже идет. Глай 2-1 ведет. ЗВЗ это очень быстро. Ну, отлично, что заметно. А то я думал, может, и ничего не изменил, потому что у меня премиума нету. Ну, кто-то просил. Вот, пожалуйста, получите. Распишитесь. Битрейт пока выставлять больше не буду. Ну, 3500, не знаю... Можно 4К попробовать. Хотя уже может просто напрягаться. Но вот 60 FPS его, что-то смотрю, вообще не напрягает. Как 30 было, так и, собственно, и осталось. Так. Так, ну что, идет агрессивная игра со стороны Блая. Опять линги, опять муф. У Мината муф отсутствует. По рабочим он зато пока что впереди. У Блая хата ставится, еще линги дотекаются. Причем это линги исключительно без мува. Исключительно без бейлингов. Это просто линги с мувом. Но у Мината до мува еще просто невероятное количество просто времени. Он вообще его пока не делает. Теряет королеву. Плетка с мейна идет вниз на вторую базу. Ну вот на перекопе плетки сейчас самое главное для Минат не запустить Блая наверх. Потому что он строит еще 10 лингов. Но линги-то без бейлингов. Причем Мината все прекрасно видит. Королевы на рампу не могут встать нормально. Да блин, что королевы-то не могут на рампу встать нормально. Два дрона зачем-то. Вот что мешает здесь добывать? Нахрена на вторую базу дронов выводить?
теряет тут Минато дронов, Блай сгрызает, нахрен, все сейчас, Минато, плетка вообще не у дел стоит. Королева спускается, начинает драться с лингами, а что им драться-то с лингами сейчас? Пытается Блай окружить, окружать смысла я не вижу, и Минато сейчас на мэне терпит в итоге. Дроны принимают бой, но дронами аккуратнее драться, у Блая уже хата, вторая раз сейчас дронов нельзя терять, Минато ни в коем случае. Плеточка здесь дерется хорошо, Минато лингов добавил, вроде отгоняет Блая, вроде все нормально, но Блай не... Блай, видя, что у Минато нету мува, он продолжает и продолжает строить. Продолжает и продолжает строить лингов. Понял, ребят, спасибо за фидбэк. MC 2.0 пул, резко как-то там они справились. Но если лейзер сейчас не придет, то тогда придется нам посмотреть, наверное, матч за третье место на том турнире. Вот, я сделаю стоп-старт. Так, прибегает Блай, опять королеву подгрызает. Опять у него дохрена лингов, а у Минато их нету. ГГВПГЛ пишет, Минато 3-1, Блай выигрывает. Просто взял и прессингом с лингами задавил. Ну, очень уверенно Блай, конечно, отыгрывает. Да, он, безусловно, наверное, один из претендентов вообще на хорошее выступление в нашем турнире. И он очень круто играет. Так, нужно узнать, готов ли там Элейзер. Ну что, Снут против Пулта будет играть, а Солар с МС в финале. Так, ну ждем и лейзера мы. Так, пытаюсь найти лейзера. Полт против Снута. Кому интересны ставки на кибет, заходите, ставьте.
Так, ну что, Элейзера мы ожидаем. Будет он к... Через 20 минут должен быть. Ну, можно пока посмотреть. Сейчас я сделаю стоп-старт, ребятки. Подождите.